Жиляев Николай. Сегодня шестая игра Файкова, пятое поражение. Какие сейчас чувства, эмоции? Ну, очень обидно, в первую очередь, при нашим болельщикам проигрывать. Вот, вроде бы отдельная инициатива, держали нить в своих руках, просто, не знаю, не смогли реализовать свои моменты, что по инициативе мы ничем не уступили, контролировали мяч, но вот видите, один удар, получается створ, и нам получился гол. Очень обидно перед нашими болельщиками, что мы можем выиграть, не смогли выиграть. Вот, надеюсь, в ближайшем матче мы исправим, будет победа. Чего-то все-таки не хватило нападения или в целом? Ну, наверное, быстроты, потому что команда Енисея садила всей командой сзади. Вот, не хватило быстроты переходить из обороны в атаку, чтобы больше создавать момент. И из-за этого у нас возникли трудности в нападении. Ну, наверное, Серега забрал и понесет. Не знаю, стараемся не думать об этом, забывать, как бы, и идти вперед, вот, не зацикливаться на поражение, думать позитивно. И я надеюсь, что в ближайшем матче с Тюменью